А теперь немножечко новостей внезапно. Из Приморья. Дело в том, что именно в Приморье сегодня упал самолет Су-25. И упал не куда-либо, а в сарай одного из местных жителей. Сам пилот катапультировался, никто не погиб. Кроме 49 куриц из 50, которые жили в этом сарае. Так вот, та единственная выжившая курица резко стала героиней социальных сетей. О ней говорят, о ней пишут. Прямо сейчас у нее берет интервью Life News. Мне кажется, в скорости эта курица будет баллотироваться в Госдуму от Единой России. Вот фотография этой героической курицы. И похоже, именно на таких курицах, вероятно, будет строиться обороноспособность нашей великой страны. Кстати, об обороноспособности нашей страны. Рубрика «Госзакупка дня». Госзакупка дня. Госзакупка дня. Госзакупка дня. Эту новость нужно рассказывать медленно и доходчиво. Итак, друзья, Министерство обороны Российской Федерации объявило тендер, госзакупку. Министерство обороны планирует купить для Кирова макак. А за неделю до этого Министерство обороны объявило тендер о том, что оно покупает дельфинов. Друзья, свершилось. Наконец-то рубежи нашей Кировской области будут охранять боевые макаки на дельфинах. Госзакупка дня.